В здоровом теле здоровый дух, гласит известный лозунг. Участники фестиваля ГТО об этом знают и поэтому с каждым разом стараются улучшать свои результаты. В детском юношеской спортивной школе «Олимп» прошло зимнее тестирование школьников. О том, как конаковцы справились с поставленными задачами, в нашем следующем сюжете. Несколько видов испытаний и огромное количество желающих попробовать в них себя. С тех пор, как в нашем городе началось возрождение движения ГТО, сдача нормативов по физической подготовке становится все более масштабнее. За 3 года работы Конаковский центр тестирования стал одним из лучших в Тверской области, поэтому на открытие состязаний приехали почетные гости. Сегодня у ребят появляется возможность протестировать себя на предмет своего физического состояния. Сегодня этот комплекс 2015 года введен у нас в нашей стране. Сегодня каждый житель это может пройти. Я надеюсь, что сегодня те ребята, которые сдают комплекс на серебряный значок, у них появляется возможность какие-то исправить свои физические качества, потому что этот комплекс будет рассчитан ежегодно на протяжении всей его жизни. В фестивале приняло участие около 300 учащихся из 14 школьных команд всего города и района. Участники смогли показать себя как в личном, так и в командном первенстве среди общеобразовательных учреждений. Соревновались юноши и девушки в различных возрастных группах с 9 до 17 лет. Ребята сдают сегодня тесты на силовые, подтягивания, сгибания рук. Делают тест на гибкость, прыгают в длину, а также упражнения для мышц пресса. Проверка силовых возможностей обучающихся. Сегодня будут определены победители, которые будут представлять наш Конаковский район на областном фестивале. Сдать нормы ГТО сегодня может любой школьник добровольно и бесплатно. Единственное условие – наличие справки о прохождении медосмотра. Зимний фестиваль тестирования среди учащихся образовательных учреждений состоялся уже в 3-й раз. Проведение подобных мероприятий становится доброй традицией в нашем городе и остается надеяться, что у движения ГТО впереди большое будущее.